24 декабря, 15 год, Харьков. Пожалуй, это первый документально зафиксированный случай, когда Санта-Клаус не дарит подарки, а ворует кондиционеры. Впрочем, если быть оптимистом, можно считать, что он кормит птичек. Не могу не заметить, что сейчас в Харькове плюс 11, вполне возможно, это не самым лучшим образом повлияло на психологическое состояние Санта-Клауса. И не стоит его винить. За подобное поведение.